Привет, дорогие друзья, на канале Колдун Блог, с вами Катера в танке. Сегодня у нас будет бой статиста на М46 Паттон. Вот, вы не поверите, я прокачал этот танк. Я его прокачал давно, у меня на нем уже скоро 1000 боев. Вот, будет круглая дата, так сказать. Ну, в общем, честно говоря, не сильно люблю эту карту, да, потому что... Как ее не переделывали, она все равно довольно скучная, стоячая. И, в общем, по большому счету, движение идет только вот по этой крайней линии нулевой через горочку. Остальные направления, они там для светляков или для стоялого в аллее. Больше там ничего особого не происходит. В принципе, так сейчас ситуация развивается. Там катаются светлячки, которые пытаются подсветить центр. В общем, особо ничего такого интересного не происходит. Ну, мы здесь заползаем на горочку и тоже ставим эти кустики, будем подсвечивать. Вот. Но, что самое интересное, что бой особо ничего хорошего не предвещал. Но в итоге, по результатам данного боя, вот мы засветились, бросаем снаряд. Но эта зараза успевает уклониться, уходит в сторону. По результатам боя мы набрали здесь почти 5000 урона. Вот это собственного, не говоря уже о том, что мы здесь обломали зубы вражескому рашу, который по привычке, очевидно, считает, что Паттон как картонная машина, да, которая не умеет и не может, в принципе, танковать, пошли в раш, ну, и получили по щам. Ну, не будем забегать наперед, в общем, продолжаем подсвечивать, и вот фугасами будем разбирать одно здание за другим для того, чтобы расчистить зону для обстрела. Вот, к сожалению, а может, к счастью, ну, скорее в данном бою, к сожалению, у нас не очень много фугасов. Обычно я возил больше фугасов на этом танке. Вот, для, как раз для таких случаев. Вот, и почему к сожалению? Потому что вы в конце боя увидите, что как раз бы пары-тройки фугасов нам бы явно не помешала. Она бы не была бы лишней. А вот. Так, ну ладно, собственно говоря, заняли это место в кустике. И стоим, ждем, кто же тут появится. И никто не появляется. Вон там идет борьба на горочке. А вот. Ну, кстати, вы же в курсе, что я прокачал Паттон. Вот, видите, я на нем сейчас езжу. Где больше всего спешит. Не подумайте, что злорадствую. Ну, это вот этот вот прикол. Здравствуйте, меня зовут Анет Койл Нова. Я прокачала КВ-1С. Я умею ездить на танках. У меня есть танк. Это просто нечто. Да, зло я в последнее время. Ну, честно говоря, ГД-делы, которые, в общем, делают гайды, не обладая скиллом реальным, это нечто. Вот, то ли дело я. Мы же 3 лет в игре, да, несколько прокачанных аккаунтов. Один из них вы сейчас можете видеть. Вот совсем другое дело. Вот тут знать толк надо в этих делах. Ну ладно, закончились порции яда в адрес других гайдоделов. Продолжаем танковать. Отправляем вот этого вот MX-50-100. Это картонное чудовище, которое я так люблю, но уже продал. И никак не накоплю на MX-120 в ангар. Вот, И7 там решил, что раз у него уже в этом патче убрали с головы пулемет, то ему можно вылезать на горочку и вот так вот подставлять борта. Он, в общем, обломался. Обломался по полной, нас вот светят. Я уже догадываюсь, откуда. Деревня пустая, деревню никто там не пытается даже подсветить. Все по норам расползлись, как крысы. Короче, и он сейчас начинается на нас, вот этот вот замечательный раш. Вот, С8 ползет, получает в каток, останавливается, успевает нам накинуть на 420. И на таран, да, он пошел на таран. Он же не знал, что у нас изучен мастер тарана. И очень круто обломался. И сейчас смотрите, как мы танканем шикарно. Раз. И отрикошетировал снаряд. Вот так вот, дружище. Думал, что Паттон не умеет танковать. Хрена с два. В общем, мы здесь тоже немножко тупанули. Пытались выцелить ему верхний бронелист. Этот его щучий хвост. В общем, а попали в этот, в каток. Ну, здесь вот на ходу шикарно накинули улыбашки. Улыбашку, короче, союзники отправили в ангар. Все, дружище, отдыхай. В общем, смотрим, да, по результатам 1500 мы накидали. Там еще иное количество... Ой, какое прекрасное попадание бэдшата, да, бэдшат не ждал, что ему спас ствола подбитого С8 накинут, да по щам, и того уже 2000 урона, вот, еще кидаем наугад, но тут очевидно мы не попали,
Но лампочка сосветилась, то есть из-за кустов у нас увидел. Так, и вот он сейчас будет выкатываться. И тут на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Ну давай, выкатывайся уже. На тебе, на тебе, на тебе. Ну, есть, получи. Ну, конечно, дамаг не самый лучший прошел, но тоже неплохо. В общем, Бэтшат не ждал, что его здесь встретит статист на патоне. И вот мы ловим на 300. 84 хп у нас остается. 7 хп. Ну и зачем нам это хп? Мы же хардкорщики. Мы статисты, мы играем только так, чтобы у нас одного попадания в ангар. Вот это настоящая игра для настоящих мужиков. Зачем нам это огромное количество хп? Мы с этим справимся. В общем, Мистри там благополучно избежал вот этого самого попадания в борт, потому что он быстро нырнул за ЖДшку. Паскуда. И исчез из нашей линии обзора. Но ничего. Зато мы теперь знаем, что гора пустая, потому что, судя по ситуации на поле боя, все примерно так и обстоит. И он светится, объект 261, на тебе, по щам, на 425 хп, 1375, слился, как последняя лень, хотя мог там все мог сам уничтожить. Зачем он это сделал, непонятно, то ли он там врезался, то ли ему накинули снаряд, но, очевидно, его протаранили, я так понял. Короче, парень решил с копейками хп пойти на таран и отгреб Вася, короче, он настоящий Вася. В общем говоря, ладно, фиг с ним, не будем мы на него сейчас агриться. В конце концов, благодаря тому, что он слился, мы здесь наберем еще 2000 урона. Вон светится ГВЕшка сотая, но он, зараза, полностью не выглядывает. Смотрите, как мы действуем грамотно, мы откатываемся. Так, чтобы двойные кусты были, чтобы нас не было видно при выстреле, да. И, в общем, ждем своего часа. Вон там поехала ФВшка. ФВшка где-то успела отхватить, все ХП отдал. Он, видать, в арте все ХП отдал. Вот у него уже остатки ХПшки. Машина хорошая, но что-то у нее жизни совсем мало. Откатываемся назад, там Мистри выкатывается через ЖДшку. Сейчас стрелять не будем. Вот сейчас он выкатится, подставится, нормально. Вот, да, давай, вот так вот, на. Получи тебе на 439 хп. Забирай, дорогой, забирай, нам не жалко. Бери с собой побольше. Так, ну у тебя там еще 1000 хп, давай уже нам отдавай. Вот выцеливаемся. Ну, собственно говоря, пушка 46-го никогда с супер точностью не отличалась. Поэтому мы очень красиво и очень бесполезно взрываем из одних вагонов с топливом. И все, и снаряд проходит мимо. Вот из 3, вот мы его, видите, подсвечиваем, откатываемся назад. Вот такой простой приемчик, стреляем. Ну и, конечно, мимо. Вот это он нас расшатал прицел, что называется. И мы не попали. Мы сейчас выцеливаем, давай, не дури нас, не дури, замри. Вот так вот. Вот, и видите, мы до сих пор не светимся. То есть он отхватил, а мы не светимся. Потому что мы отъехали за двойные кусты. Подъехали, подсветили, отъехали, выстрелили. Подъехали, подсветили. Отъехали, выстрелили. Не просто постарайтесь не перепутать последовательность, иначе получите по щам много-много всяких плюшек. Вот. И, конечно же, выкачайте лампочку. Пригодится. Мало ли чего. Остается 9 бронебойных, фугасов совсем нет. Очень жаль. А тут бы сейчас фугасиком, да в крышу ему накинуть. О, это было бы замечательно. Но последняя, так сказать, боевая концепция, учитывая, что в последнее время очень много на патоне гоняю, потребовала, так сказать, перезагрузки боекомплекта. 169 хп, ГВЕ, дорогой ты мой, целую в губы, иди в ангар, отдыхай. В общем, поэтому мы часть фугасов убрали и оставили их, так сказать, в прошлом. Теперь зато у нас очень много бронебойных и еще больше подкалиберных. Все ради дамага, все ради победы. Ну, как видите, у нас уже 3966 подтвержденных пробитий с уроном. Соответственно, почти 4000 урона, да. И, в общем, раздали мы тут просто, как говорится, мама не горюй. Кому мы только не раздали, можно сказать так. Повредили всех, кого могли, уничтожили также тех, кого успели. 3 фрага на нашем счету, Леопард ПТА действует очень грамотно, он подсвечивает. Мы здесь долго стояли, понимаем, что ситуация складывается патовым образом. Да, кто знает, что такое шахматы, а не только домино, тот поймет, что я сказал. Но кто не поймет, как говорится, Google в помощь. И, естественно, мы пытаемся сейчас сделать так, чтобы обойти через центр и устроить перекрестный обстрел этим грамотеям. Вот, идем мы, соответственно, по линии Е.
И сейчас вот к камушку подкатимся. И отсюда как раз прекрасный кустик будем простреливать. Тем временем и всем на нас агрится этот негодяй. Слился в начале боя. Полез на гору, неизвестно что там делать на тяжелом танке. Слился как последний нуб. И продолжает нас учить жизни. Какой же ты надоедливый. Ты прям как бабушка на лавочке с семечками. По-другому тебя и не назовешь. Ну, как видите, светится несколько объектов. И здесь... Дорогие друзья, я первый раз пожалел, что зарядил бронебойный, а не подкалиберный. Как видите, попадание в гусеницы сжирает урон, прототайп, стреляем же лобовой броней, почти ромбом он к нам стоит, почти ромбом уже и лбом, и снова ромбом, и снова не пробиваем. А было бы два подкалиберных, было бы уже два пробоя, и прототайп бы уже отдыхал, но он по-прежнему живет. В общем, понимаем, что дело дрянь, пускаем третий бронебойный, мы понимаем, что ВБР это еще та редкостная скотина, и бронебойным он пробивать не хочет. В данном случае, очевидно, он же решил, что у нас и так много дыма, хватит с тебя, парень, ты так хорошо живешь. Ну, в общем, ладно, остается там истребик 261, на этих бронебойных хватит. Вот, пожалуйста, истребик отправляется в ангар, все, дружище, иди, как говорится, кури, оздоравливай свои легкие. Это тебе пригодится. И 261 прицелимся, но он ерзает, и поэтому снаряд где-то там уходит по кромке, пролетает, сбивает антенну, шокирует радиста, но не повреждает танк. Тем временем, пока радист объекта 261 менял подгузники, мы пускаем еще один снаряд, и он понял, что он мало купил подгузников. Очевидно, надо было больше. Ну что, с кем не бывает. Так, как говорится, вспомним детство, когда мы обкакивались. И еще 80 хп, 261 объект отправляется в ангар. Красиво, красиво, посмотрите, как мы профессионально выцеливаем борт Т-28 прототайп, он же шпрот, и отправляем его подкалиберный в бортину. Это тебе, дорогой, не бронебойный, так просто ты не отделаешься. Ну, тем временем у нас леопард ворует 363 хп, но фрахты у нас не заберешь, фрахты не забрал он у нас фрахт. Все прекрасно. Вот такой вот бой, короче говоря, дорогие друзья. Типичный бой статиста, скажем так. Ну, не будем слишком себя нахваливать, а почему бы и нет. Такие бои доступны далеко не каждому, но для статистов это действительно неплохой бой, но не самый лучший, бывает и получше. Но в этом же бою, как вы можете посмотреть, у нас почти 5000 собственного урона, плюс одно неподтвержденное попадание, которое мы не просмотрели, да, не могли увидеть, так как он в инвизе был по бэдшату. То есть в общей сумме, так грубо говоря, это уже 5000 хп, плюс еще энное количество по засвету. Ну, в общем, это вы все увидите в результатах по окончанию боя. Надеюсь, был для вас полезен. Как говорится, все статисты всех стран, объединяйтесь, смотрим скриншотики результатов боя. Подписываемся на канал, вот, оставляем комментарии, лайки, хорошо питаемся, высыпаемся, соблюдаем режим. И до новых встреч, пока.